Ни одна дата до Петровской Руси не описана в таких подробностях так красочно и буквально по часам, как 8-й день сентября 1380 года. Если бы не Русь, конечно же, монгольские армии бы регулярно, буквально каждый год бы громили европейские города. Летописец будто своими глазами видит, как на правом берегу Дона в глубоком раздумье стоит верховный главнокомандующий войска русского. Великий московский князь Дмитрий. Думу думает, если разобьем врага, то все спасемся. Если же погибнем, то все общую смерть примем. От князей до простых людей.